21 февраля актерский дуэт, знакомый зрителю по многочисленным ролям в фильмах и сериалах Николай Добрынин и Екатерина Волкова, появится перед театралами Торонто в премьерном спектакле по пьесе драматурга Алены Ваймер «Царский подарок». Трогательная история, временные ответы на вечные вопросы, курьезные моменты, безусловно, юмор. А еще говорят, что спектакль никого не оставляет равнодушным. Но для этого надо его посмотреть. Итак, записывайте адрес: City Playhouse Theater, 1000 New Westminster Drive, Торнхилл. Начало в 8 вечера. Царский подарок.